Телеканал «Дождь» представляет. 8 декабря прямые включения программы «День в большом городе» с Московского урбанистического форума. Ксения Чудинова и Филипп Миронов выясняют у столичных градоначальников и международных экспертов. Когда закончатся пробки? Как добирается на работу Собянин? Кому Москва по карману? Почему в городе мало дешевого жилья? Надо ли бояться мигрантов? Зачем выделенные полосы для автобусов, если это не работает? Смотрите 8 декабря каждый час с 11 утра до 5 вечера на телеканале «Дождь».